Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуб-зрители. Я только что закончил запись 7-й серии программы «Ортодоксия онлайн». Вот я записываю эти лекции и получаю от вас прекрасные комментарии о том, как это здорово, как нужно вот такое учение. Но я, знаете, что думаю? Я думаю, что те, кто смотрит вот эти ролики и восхищается ими, не знают одного нашего секрета. Дело в том, что на наших учебных программах в Институте Святого Мефодия мы проходим то же самое, но раза, наверное, в 3-4 глубже, интереснее, чем вот в моих таких довольно поверхностных роликах. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас было гораздо более глубокое и объемное понимание ортодоксии, то вам нужно записаться на наши учебные программы. Есть более лайт-версия, это библейско-богословские вебинары. Там мы учим самостоятельно толковать священные писания, защищать христианскую веру пред лицом скептиков и разбираться в классическом христианском богословии. Там учатся и сестры, и братья, и любого возраста, любой конфессии. Там и баптисты, и пятидесятники, и католики, и православные, лютеране и так далее. Все там у меня учатся. Порядок очень простой. Надо написать по адресу bbwebinar@yandex.ru, написать «хочу учиться», и вам вышлют инструкцию. И есть более глубокий такой, прям вдумчивый, очень полезный курс, программа повышения квалификации служителей церкви. Там, наверное, мы раз в 5 глубже и интереснее рассматриваем все. И, кроме того, есть еще и другие полезные предметы. Там не только ортодоксальное богословие, там и литургика, там и каноническое право церкви, там и пасторское служение и душепопечительство. Туда мы принимаем сестер только в качестве вольных слушателей, но сестры могут слушать, ничего там секретного нет. А в качестве таких вот студентов мы принимаем только мужчин, которые либо уже служат, либо хотят начать служить в церкви. Там учиться гораздо интереснее. Я сам бы там учился, если бы не был магистром богословия. То есть мы создаем такие курсы, на которых мы хотели бы учиться сами. Я без ложной скромности скажу, что, на мой взгляд, это лучшее, что есть в современном Рунете. Для повышения квалификации надо написать «хочу учиться» по адресу presbyterschool@gmail.com. Вам тоже вышлют инструкции. Ролик «Ортодоксия онлайн» выйдет завтра, если Бог даст. Но вот сегодня такая реклама. Записывайтесь! Мы начнем занятия уже с 14-15 января. Пока есть вот эти новогодние рождественские каникулы, торопитесь записаться. Не упустите свой шанс войти в этот удивительный мир. Потому что все наши преподаватели не только знания передают вам, но и жизнь свою, душу свою вкладывают в это. Обнимаю. Жду ваших писем. Пока-пока.